Ага, где-то я. В самолете. Лечу куда-то. Куда не знаю. Могу только поворачивать головой. Так. За окном темно. Уть, малыш какой-то. Так сладко спит. Ладно, не буду его тревожить. Пусть дальше спит. В самолете подозрительно пусто, никого нет. А вот хотя вон там мужика кого-то я вижу, да. В рубашке сидит. Так, давайте посмотрим, что это у малыша на столе такое. Что за книга такая? Книга по выживанию. Да, интересные книжки ты читаешь, малыш. Так, нас предупреждают, что мы попали в зону турбулентности. Так, главное не паниковать. Я думаю, нас немножко потрясет и... Оу, ни хрена себе! Так, малыш, короче, не паникуй, все нормально, мы выживем, мы должны выжить. Все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Держись, малыш, держись, 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 держись. Я за окном вижу землю, мы все умрем, нам пиздец. Все? Все умерли? Так. Воу! Ты кто такой? Или ты что такое? Малыша не трогай. Куда пошел? Куда пошел, да? Ребенка оставь! Этот гандон меня разлил, все. Я его найду. Я его найду и располовиню, короче. Ну а пока попытаюсь прийти в себя, разобраться вообще, где я, что вообще произошло. Ты смотри, все руки в крови. Так, нужны бинты и чистая вода, я так понимаю. Ладно, походим тут, пособираем всякие полезные вещи. Что у нас тут? Алкоголь. Но пить мы его не будем. Список пассажиров. Что она не берется? А, сразу съел. Еду, видимо, нельзя подбирать. Тут у нас что? А, лекарства. Выздоровел, так. Напитки. Напитки подбирает. Еду не подбирает, а вот напитки подбирает. Здорово. Хм. Ладно, еще поем. Хорошо. Замечательно. Все, полный желудок. Жажда утолена. А, здоровье полное. А вот этой девушке не повезло, бедняга. С топором в животе. И этот топор, я думаю, мне нужно забрать. Готово. Топор у меня. Сейчас еще немножко осмотрюсь. Может, что забыл. Да, вроде все отсюда забрал, что можно было забрать. Еду оставлю. Ну что, пойдем в лес гулять, да шишки собирать себе на голову. Кстати, графон очень красивый. Вообще прям красота. Детализация, освещение, модельки. Все классно. Ну, походим вокруг самолета, посмотрим, может быть, что еще полезного найдем. Палку какую-то подобрал. Ну-ка. А, открылась. Замечательно. Тряпки какие-то подобрал. Здесь у нас что? О, слушайте, тут даже кусты рубятся. Тряпки, деньги. Опять. Буду подбирать все, пока подбирается. Так, это можно поесть, но я не хочу есть, так что не буду рисковать. Тем более, я не знаю, что за это ягоды такие. О, камень. Кину в кого-нибудь потом, если что. Вот, зайчонок или крольчонок, я не знаю. Такой тёпи-тёп убежал. Воу, варан что ли это был или что это такое там? Ящерица какая-то. Так, я так понимаю, здесь объемные солнечные лучи. Да. Да. Очень крутой графон. Так, что у нас тут еще можно подобрать? А, это я так могу прятаться, в общем. Представляешь, и тебя никто не видит. Типа. Палку взяли. А это можно вот раздолбать? Нет, нельзя. Ну и ладно. А, черт, мимо. Вот так, хорошо. Чего-то так много тряпок подобрал я. Вообще, одни тряпки.
куда ты бьешь? Опять мимо, да блин. Что это такое? Батончик? Батончик Сникерс. Кстати, батончик он подобрал. Не стал сразу есть. Вот там крыльчонок. Сейчас я его напугаю. Убивать не буду, только напугаю. Все, потерял я его из виду. Ну и ладно. Надо как-то в инвентарь попасть. Ага. Так, немного посмотрю, что да как. Ага, зажигалка. Книга выживания. А, это у нас такой мануал, я так понимаю. Как что делать? Как там добыть огонь? Шалаш сделать? Так, а это у нас список задач. Найти Тимми. Разбить лагерь. Найти пропавших пассажиров. Ага, вот список пассажиров. Ага. 0 из 45. То есть я еще ни одного пассажира не нашел. Но я встретил только... тело стюардессы и все. А она у нас персонал. Так, как убрать-то этот список теперь? А, все убрал. Так, я сейчас пройдусь по клавишам, посмотрю, какая кнопка за что отвечает. Например, как мне открывать вот эту книгу без инвентаря, чтобы не через инвентарь, а сразу. Сейчас поищу. Так, это у нас зажигалка L. Так, это у нас что? А это... А, вот. Клавиша Б английская. Все, нашел. О, тут можно делать оружие всякое. Ух ты, сколько всего здесь можно делать. Офигеть. Да тут можно жить, короче. Ладно. Не буду здесь долго задерживаться. Пойду дальше. Воу. Это там кладбище или что? Так, надо подойти поближе. Надеюсь, на меня никто не нападет. Буду сидеть тихонечко, проберусь поближе. Похоже на тотемы. Да, это отпугивающий тотем. О, ничего себе, фотоаппарат прям во рту. А можно его сломать, интересно? Ага. Но что-то я здесь фотоаппарата не вижу. Ладно. Так, а тут что? Зонтики, очки. Творческие здесь какие-то аборигены, да? Креативно к делу подходят. Я так понимаю, этими тотемами местные аборигены пытаются отпугнуть туристов. Потому что каждый здесь тотем сделан из вещей туристов. Вот. Например, здесь, по-моему, спальный мешок. Там мы видели зонтик, да, очки, фотоаппарат. Они, короче, ловят туриста, мочат его. Насаживают его голову на палку. Берут его какие-то определенные вещи, которые бросаются в глаза. И вот что-то такое вот мастерят. Ладно, не буду здесь задерживаться, пойду дальше. Или там наверх забраться, что ли, посмотреть, что там есть. Что-то меня жажда мучает, надо что-нибудь попить, наверное. Хорошо. Вот я, олень. Бэмби! Буду продвигаться вглубь леса.
первой серии такие будут, лайтовые, наверное. Хотя не знаю. Я рассчитываю на лайтовость, а вот как развернутся события, это я не могу предсказать. Я настроен на что-то такое простенькое пока. Так что просто гуляю, осматриваюсь. Так, что за странные звуки? Надеюсь, это просто звуки природы. Вот реально, как будто по настоящему лесу гуляю. Вот не хватает только, знаете чего? Очков виртуальной реальности. И вообще просто... Муа! Красота была. Кажется, ветер поднимается. Да, природные эффекты здесь тоже классно сделаны. Звуки все вот эти вот. Так, снова эти тотемы. Здесь что-то попроще. Прям в дерево. Бах! Это, скорее всего, баг. Ладно, не буду здесь задерживаться, мало ли что. Компаса нет, карты нет. Иду, куда глаза глядят, и все. Ну, в этом-то вся и прелесть в подобных играх. Никогда не знаешь, где ты окажешься в следующую минуту и что с тобой вообще произойдет. Так, я вышел на какую-то поляну. Блин, даже зайчик меня напугал. А, черт, я хожу кругами, оказывается. Я снова вернулся туда, к этим самым тотемам. Так что пойду я в другую сторону, вот туда пойду. Грибочек, попробуем взять. А вот ни хрена. Ну и ладно. Что у нас такое растет? Наверное, зря я это сделал, да? Еще один ужасный тотем. А вообще я правильно делаю, что я их называю тотемами? Может, это не тотемы? Вижу что-то интересное. Веревка. И эта веревка ведет в какую-то дыру. Что это у нас за дыра такая в яму? Дыра в яму. Стоит, не стоит туда спускаться? Я думаю, стоит, но как бы не стоит. А хотя какого черта, у меня припасы есть. Все есть. Единственное, что я нигде не сохранился. Как-то слишком долго спускаюсь. Что это за звуки такие нехорошие? Они мне не нравятся. Здесь что-то вводится? Надеюсь, нет. Вообще глубоко. Реально, я здесь слышу какие-то не очень хорошие звуки. Там что-то ползет, фу нахрен! Быстрее, быстрее, валим, 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 валим отсюда, нафиг! Быстрее, 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 быстрее! Силы на исходе. Надеюсь, я не сорвусь, не упаду к этим тварям. Так, а если зажигалку вырубить, то, наверное, быстрее будет. Ага, быстрее стал карабкаться. Давай, 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 родной, давай, давай, давай. Фух. О, да. Чуть не обделался. Так, короче, ясно. Я пока не готов к путешествию к центру Земли. Оставлю такие дела на потом. Я сейчас реально пока слишком лошок для таких свершений. У меня ни оружия, ни снаряжения, вообще у меня ничего нет. Какой нафиг там? Так, надо бы подумать, как сохраниться. А вот тут и построю какой-нибудь шалаш и сохранюсь.
Сейчас посмотрим, что здесь можно построить. Я еще не очень хорошо в этом всем разбираюсь, поэтому могу дико тупить. Так, что тут? Природа. Ага. Статистика. Рассудок 99%. Видимо, после увиденного в пещере я его и утратил на 1%. Охотничье укрытие. Вот, наверное, я это и построю. Так, где бы его установить? Да, хоть здесь. Нужны бревна, палки и камни. Камня одной штуки не хватает. И нужно еще 7 бревен. Наберу камней. Лишним не будет. Тут долго здесь деревья рубятся. Опачки, раз, два, три. А, только два может таскать за раз. Ну, чуть-чуть осталось. Устал, бедненький. Ну ничего, ничего. Совсем чуть-чуть осталось. Все. Почти все. Та-дам! Поздравляю я себя с моей первой постройкой. Сохраняюсь. Готово. Замечательно. Так, можно здесь и поспать, но я, наверное, не буду еще ложиться. Пока еще светло. Так что буду двигаться дальше. Ага, вон оно что. Появился значок домика. И он, я так полагаю, будет виден отовсюду. Благодаря этому маркеру я всегда смогу вернуться в это место, переночевать, сохраниться. Ну и что самое главное, я не потеряю из виду эту пещеру. И всегда смогу вернуться туда. И все-таки узнать, что же там такое ужасное кроется. Так, что это там такое торчит? Что за... Что это? Вау! Это же, мать его, яхта! Интересно, там есть кто-нибудь живой, нет? Надо бы туда сплавать. Так, а тут на пляже есть что-нибудь интересное? Камни только. А вон там вроде чемодан вижу. Акула! Его что, на берег выбросило? Тут водятся акулы. Блин, я вообще боюсь акул. Ну-ка. Нет, мясо из него нельзя достать. Теннисный мячик. Нахрен выброшу. Что мне с ним еще делать? Тут даже две дохлые акулы. А, блин, боюсь я туда плыть. Мне кажется, на меня нападет акула. Я вообще боюсь акул.
Даже если это видеоигра, я все равно, когда вижу акулу, о! Прям жутко. Чё это за фигня такая? Это ведь коряга просто торчит, да? Как-то плохо видно. Да, это какая-то коряга просто. Просто коряга, да. Ничего страшного. Быстрее, быстрее, родной, плыви, быстрее. Блин, я вообще боюсь. Сейчас рам, что-нибудь такое, как... А-та-та-та-та. Блин. О, все, доплыл, доплыл, молодец. Журнал какой-то, яхта. Так. Ладно, спустимся в каюту. Ау, есть кто-нибудь? Ау! Кислородные баллоны. Заберем. О, батончики! Ништяк! Череп, не знаю, зачем подобрал. Так, это фото. Что там на фото? Плюшевый мишка. Вот, наверное, тот самый мишка и есть. Так, а это у нас пакетик молока с фото пропавшего человека. Так, кассета и кассетный плеер. О, да тут можно сохраниться и поспать. Давай-ка сохранюсь. Так, хорошо. И посплю. Да. Уже утро. Так, тут больше ничего нет вроде как. Так. Так. Ух ты. Труп на кровати чей-то. Не пойму, что там на фото. Ладно, наверное, где-нибудь в меню это потом можно посмотреть, надеюсь. Ага. Бедняк Атаки умер в одиночестве, да? Ладно, пойдем обратно на берег. Блин. Боюсь плыть. Лишь бы никаких акул, лишь бы никаких акул, лишь бы никаких акул. Ла-лай, ла-лай. Фу, доплыл. Хорошо, надо поесть, попить. О, черепашки. 4 штука аж. Это что, пасхалка к черепашкам-ниндзя? Блин, мимо. Ну и что, пока полутаюсь. Да, блин, опять этот теннисный мячик заколебал. Теннисные мячики в рюкзак не кладутся, значит, они никуда не пригодятся. Буду их игнорить тогда. Здесь я вроде все собрал. Акула.